как бы там все-таки пропрыгать-то? Как бы там все-таки может, другой эмуль попробовать? Кошмар какой. Сразу не задалось, знаете, бывает, садишься и с первого раза проходишь какой-нибудь тяжелый момент, но тут вот как-то сразу не задалось и все. Теперь будем сидеть на нем еще час. Интересно, уже появился придурок в чате, который написал: Илья, соберись. Или еще нет. Да, тут с места трудно прыгать. О чем тут вообще говорить в разрезе того, что мне там нужно пропрыгать через 5 рядов движущихся платформ, на каждой из которых стоят враги. Просто понятия не имею, как это сделать. Если учесть, что просто с места прыгнуть — это целое приключение. И ведь так хорошо дошли. Один стрим, ну пусть я там из-за того, что оружие не покупал, но чуть дольше проходил, но там за 4 часа, если учесть все паузы, отвлечения на всякие посторонние вещи. Бам, все. И казалось, вот он, конец игры. И опять... Я вроде и выспался сегодня, а все равно в сон начинает клонить от этой игры. Не от этой музыки. Так, ладно. Надо собраться. Ладно, я думаю, нет смысла ждать. Блять, ну она сползает и все, ну
Сука. Нет! Так близко. Все, что нет. Блин, хп не хватило. Ну ладно, я понял, в принципе. Я думаю, этот трай будет победным. Сволочь. Я хотя бы паттерн понял, по которому прыгать надо. Путь, точнее. Пройдем, я думаю, сейчас. Если я не зафейлю нигде в другом месте. Так. Но зато вы теперь знаете, откуда берут корни все эти игры для извращенцев с ебанутой сложностью. Да сука, она затормозила еще, блядский кал, а? Все же нормально было, ну. Взяла, лагать начала. Блядь, а это в ту сторону едет, ну охуеть. Значит, тут мне надо будет перепрыгнуть налево. Так, раз, два, три, четыре. Ни одна попытка на это все, потому что иначе мне жизни не хватает. Три раза по левой стороне, и потом направо, когда меня платформа сносить будет. Я надеюсь, в этот раз она не затормозит в самый ответственный момент. Блять. Боже. Тут-то прыгнуть сложно, блин, а там это вообще, конечно, пушка.
Да что происходит-то? Блять, мне просто лень умирать 20 раз, я заложусь. Типа, я думаю, что никто против не будет, потому что нет никакого смысла умирать 15 раз подряд. Спрыгивать там и так далее. Это никак не повлияет на игровой процесс. Хотя зря я это сделал, потому что у меня сейчас все ништяки на карте снова появятся. Получается, я щитрил, короче. Давайте забудем про эту машину. Как бы... Сори. Я просто... Меня заебало убивать себя, и я думал, что все нормально будет, но... Ящики-то снова полны. Давайте я, наверное, тогда потрачу все эти самые. И просто не буду брать сундуки, чтобы никакой машины не было. То мало ли. А люди ж разные бывают. Ай, Ниндзя Тумаден, это я уже, наверное, прошел бы. Управление просто неповторимое, я вам так скажу. Просто лучшее, что я видел в играх. Круче просто некуда. За говно. Так, ладно. Пожалуйста. Пусть в этот раз получится.